Когда-то в моей жизни все было легко и просто. Но фабрику закрыли, и моя жизнь пошла под откос. Но вдруг все изменилось. Надо убить мою жену. Причем здесь я? Ты хороший парень. Жак? Талант видно сразу. Убийца-извращенец. Держите. Да что вы творите? Вы в своем уме? Каков затейник? Да, впечатление произвести я умею. Алло? Приехал инспектор. Она легавая. Черт, она рылась в моей сумке. А если это ее прикрытие? Какое задание тебе дал Гордо? Ну вот, игра начинается. Постой! Извини, друг, винтовку заело. Атас! Ты больной, что ли? Так ты крикнул Атас, вот я и решил, что у него ствол.